На Шамаровской трассе водитель не заметил стоящий впереди грузовик. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Петляющая змейка Шамаровской трассы в непогоду как магнит притягивает к себе дорожно-транспортные происшествия. Автомобиль Mitsubishi Canter мчится в сторону улицы Фадеева. Водитель словно забывает об опасности в густой туман на мокрой дороге. В районе Золотвала его беспечность напоминает о себе. Mitsubishi Canter врезается в стоящий за поворотом автомобиль Mitsubishi Fuso. Сам первый раз как бы столкнулся с такой ситуацией, вообще не знаю, что делать. Человек пострадал, нога сломалась, вытащили, извлекли из кабины и все, отправили на карете его, скорой помощи. Водитель грузовика Mitsubishi Fuso рассказывает, что сам не успел понять, как произошло ДТП. Говорит, остановился пропустить другой автомобиль, неожиданно сзади раздался удар. Кабину Mitsubishi Canter буквально вминает внутрь. Пострадавшему водителю оказывают первую помощь, а приехавшие к месту ДТП врачи госпитализируют мужчину в больницу. Мокрая дорога и густой туман. В такие погодные условия стоит двигаться с предельной осторожностью. Иначе вы рискуете не заметить впереди остановившийся автомобиль, особенно выезжая из-за поворота. Несоблюдение элементарных правил безопасности рано или поздно приводит к трагедии. Не стал исключением и этот случай. Совершивший столкновение водитель находился в служебном автомобиле. Ему предстоит пройти курс лечения, прежде чем он выйдет на работу.